и родина малая, Ленинск-Кузнецкий район, где уже с 2003 года проходит фестиваль детского творчества «Сельская звездочка». В разные годы его победителями уже становились «Беседушка» из Подгорного, Свердловская цирковая студия, вокалист Никита Сечин. Но одна победа – это еще не победа. Достижения требуется закрепить не только на районных, но на областных и всероссийских площадках. Учреждение культуры работает 168 клубных формирований детского творчества, и в них занимается 1680 детей. Ребятам предоставляется возможность участвовать в фестивалях и конкурсах различного уровня. 8 лауреатов, около 50 дипломантов международных, всероссийских, областных конкурсов. Это только за прошедший год. Талантам нужно помогать, согласно с высказыванием классика районной власти. Именно поэтому советник главы района Галина Островлянчик, постоянный почетный гость всех детских конкурсов и фестивалей в районе, отметила сладким призом малый клуб в поселке Родниковский. Ребята целый год своими силами готовились к сельской звездочке, несмотря на финансовые и кадровые трудности. Мы придумываем сами танцы, шьем сами костюмы. Мы занимаемся уже 5 лет. Сегодня будем показывать танец «Старшип». Перед жюри поставлена непростая задача – сравнить совершенно разные коллективы солистов, исполнителей художественных произведений. Всего 104 участника. Для одних главное участие, а другим нужна одна победа. Она, баюка их тихо, вытирала с губ сыновьих кровь. Вот такой убийственно великой может быть у матери любовь. С выбором стихотворения проблем не было, так как я всегда в репертуаре войны рассказываю стихотворения. А почему именно о войне, вроде бы такая маленькая хрупкая девочка? А потому что это трогательный и выигрышный вариант. То есть ты уже намеренно идешь сюда и рассчитываешь на победу? Конечно. Результаты этой сельской звездочки можно назвать неожиданными лишь отчасти. Воспитанники молодого специалиста в сфере культуры района Ивана Тулаева-Казачата и эстрадный вокалист Никита Сечин ожидаемо получили титул сельской звездочки. Остальные из великолепной шестерки победителей покорили жюри также эстрадным пением. Дмитрий Вапилов из поселка Мирный, Валерия Едакина из Ленинска-Кузнецкого, Юлия Кух из Дома культуры села Худешова. Нашлось на небосводе место и для хозяев фестиваля, конкретнее для Полины Ильинской – в той же номинации «Эстрадный вокал».